А вы знаете, что известное выражение «сообрази на троих» связано с советским граненым стаканом? Ну, почти таким. Сообрази на троих, а? Грешно смеяться над больными людьми. Его изобрела Вера Мухина, автор монумента «Рабочий колхозница». Если поставить 476 стаканов, то получится высота этого монумента. Во времена Хрущева запретили торговать водкой в разлив, а из продажи убрали очень удобные бутылки, мерзавчики по 125 мл и чекушки по 200 мл. Теперь пол-литровая бутылка водки в два стакана не помещалась, а в три делилась идеально по совести. Придется выпить за нас. Пей. Если налить в стакан до стеклянного ободка, то вмещается ровно 167 граммов водки, что и составляет 1/3 бутылки. Не ругайте меня дома, меня не за что ругать. А еще граненый стакан – причина пьянства в Молдове. Раньше молдаване пили из маленьких стаканчиков по 50 мл, а с приходом граненого стакана доза увеличилась. Но это уже совсем другая история. Никто другой не может пройти твою дорогу, только ты сам.